Всем привет, с вами сервис-центр GSM Moscow. На данном видео мы вам покажем, как меняется дисплейный модуль на iPhone 8 Plus. Приступим. Для начала нам необходимо открутить два нижних винтика. Далее отсоединяем дисплейный модуль от корпуса. Откручиваем винты аккумулятора, дисплейного модуля и верхнего шлейфа. Вынимаем металлическую защиту. Отсоединяем шлейфа. Откручиваем металлическую защиту верхнего шлейфа. И отсоединяем его от печатной платы. Далее откручиваем верхний шлейф вместе с динамиком. После чего кнопку Home и пластину. Приступим. Далее нам необходимо переставить все снятые запчасти с битого дисплейного модуля на новый. Приступаем. Мы вам показали, как заменить экран на iPhone 8 Plus. Если у вас есть вопросы, пишите нам, либо звоните. Всем пока!